Уроженку Владивостока Софью Сапегу помиловали указом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ранее девушку приговорили к 6 годам колонии по 7 статьям, основная из которых – разжигание вражды. О состоявшемся помиловании сообщил Олег Кожемяка. По словам губернатора Приморского края, это произошло после его обращения лично к президенту республики Александру Лукашенко. В своих соцсетях глава региона опубликовал видеозапись того, как встречает девушку на выходе из места заключения. Она провела за решеткой всего 2 года вместо 6. Я обратился к Александру Григорьевичу по просьбе твоего отца, Жан Зорича, который тебя знает с детства, с тем, что было тебе оказано помилование. И президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вчера подписал указ о том помиловании, поэтому сегодня ты уже свободный человек. То есть надеюсь, что ты сделала выводы из своей, как говорится, молодости, и при таких ошибок совершать уже не будешь, да? Конечно, спасибо. Это не мне, это нужно президенту республики сказать. Да, спасибо большое Александру Григорьевичу, хотя бы за возможность снова видеть свою жизнь. Да. Вернуться домой. Поэтому это сейчас, как говорится, главное, чтобы быть рядом с семьей.